повар Путина вешает доверчивым зэкам лапшу на уши про то, что к ним потом будет с уважением относиться полиция. Помилование. Получаете помилование, получаете бумагу через пару-тройку дней после помилования, в которой будет написано, там просто процедура занимает, в которой будет написано, что судимости все сняты, милиция к вам должна относиться с уважением, есть помилование, есть бумага, есть благодарность от главы республики, есть медаль за отвагу, медали все те, кто воевал, все получают. Слышь, лейтенант, причина остановки. Я не понял, лейтенант. Причина остановки. Слышишь, дверь мне закрой, у меня справка. Поэтому милиция к вам с уважением относится. Все проговоры уже сделаны на различных уровнях, чтобы не было просто придирок. Да. Генералы и полковники уже колени себе все стерли. Бегают договариваться, чтобы вам, ворам, жить стало удобней.